После длительных каникул гродненские школы торжественно распахнули свои двери для учеников. Особенно волнительным День знаний стал для первоклассников и выпускников. Для тех и других этот праздник запомнится надолго. Ведь одни только начинают учиться, а другие готовятся навсегда проститься со школьной жизнью. На самом деле, даже не верится, что уже расстаемся мы со школы, еще совсем не чувствуется какого-то такого, даже какой-то грусти нет, вроде не чувствуется, что последний раз. Как-то, ну, 11 лет как пролетели, как, ну, 10 еще как один день. Ну, уже вот когда начали говорить, так стало немного жаль, что уже заканчивается школа, начинается какой-то новый этап. И хотя самых юных виновников торжества еще практически не видно из-за пышных букетов, подготовка к празднику у них была серьезная. Одни крутились перед зеркалом, примеряя на себя образ первоклассника. Другие отдавали предпочтение учебе и на линейку пришли сразу с багажом знаний. Впереди у них долгая и увлекательная дорога, наполненная интересными открытиями и новыми знаниями. Я очень рад, что я пришел в школу. Я так с нетерпением ждала этого момента. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась. Я здесь буду учиться. Я очень хотела в школу. Мы будем учиться. А что вы будете здесь учить? Английский. Ну, английский будем учить. Будем цифры считать. Первый класс только с сильным тылом – родителями, бабушками и дедушками. Для первоклашек это день, с которого начинается новая жизнь. Новый рюкзак, учебники, первая учительница и мама, которая теперь будет ждать дома. Пока еще не смелыми шагами они ступают по школьным ступенькам, но уверенность им придают идущие рядом будущие выпускники. Именно с них берут пример младшие школьники. В адрес ребят, учителей и родителей звучало очень много теплых слов и искренних поздравлений. Я желаю, чтобы у вас, ребята, никогда не иссякало стремление к знаниям, чтобы у вас были только отличные оценки. Дорогие педагоги, я желаю вам крепкого здоровья, мудрости, терпения. Делайте все так, чтобы в сердце каждого вашего ученика родилась и жила гордость за наш любимый город. Дорогие родители, вам желаю терпения, мудрости и радости, радости от того, что вы разделяете успехи своих родных чад. И, конечно, День знаний – это международный день мудрости, вдохновения и новых открытий. Я желаю именно новых открытий для каждого ученика гимназии номер 1 имени Карского. Любая школа готовит для учеников не только торжественную линейку, ремонт классов и коридоров, новая мебель и даже новые клумбы. Все для того, чтобы школьники получали знания в максимально комфортных условиях. Мы очень гордимся своими достижениями. И в этом году область признала нашу гимназию брендом системы образования. Это признание и профессионализма наших учителей, и интеллекта наших учеников. Я хочу всех поздравить вот с новым учебным годом, пожелать успехов, хорошего настроения, исполнения всех желаний, чтобы действительно результаты нашего учебного заведения соответствовали этому высокому званию, которое мы заслужили в этом году. Впереди учебный старт, первая четверть. И пусть дорога знаний порой оказывается нелегкой, зато она всегда интересна и увлекательна. Неизменной всякий раз остается только радость, с которой ребят встречают в День знаний их любимые учителя. Уже сегодня для всех наступили учебные будни. Нелегкие, но интересные, наполненные познанием нового. Евгения Филиппова, Сергей Печерица. Новости Гродно+.